Ой, ты что делаешь? Ну нифига, где мы оказались? Что ж, друзья, это новый влог, и сегодня мы будем показывать вам, как мы добрались до сюда, как сюда туапсинцы добираются. И, конечно же, еще я вам приготовил небольшой отдых на скале Киселева. Вы посмотрите, какие там прикольные виды. Мы отправимся в море, поплывем на... Посмотрите, что это такое. Ну и, конечно же, круто проведем время. А еще вы посмотрите, как Кристина сюда добиралась. А путь сюда нелегкий, друзья. Обязательно ставьте лайки, если вы немного Кристина. Что, друзья, начинаем наш видос. Усаживайся поудобнее и поехали. Ну что, друзья, находимся в самом начале пути того, что увидели, так сказать, в начале. Идем вдоль стен. Сейчас будем переходить к самым сложным участкам этого пути, но потом вы все сами увидите, это просто будет жестко для любителей паркура на самом деле. Я когда-то занимался, да, но Кристина не занималась, поэтому ей, наверное, будет тяжеловато. Но мы сейчас не первый раз туда идем, но сейчас посмотрим, как там дорога на самом деле, что там изменилось, ну и чуть дальше поглядим уже. Оу, зашли мы, короче, на пляж, тут жесть, народу просто тьма. Но нам вот нужно добраться вот туда и пойдем уже по пути там, посмотрите, что там будет. Там будет жестко. Первое препятствие, которое проходим, это, конечно, ох, нифига, нормально, давай, скачи. Меж скалами, короче, ох, нифига. Паркур. А? Да, да, вниз, сейчас вдоль стены. Вдоль стены проходим. Тут чуть полегче будет. А это еще цветочки чисто. Да, это чисто цветочки. Тоже народ отдыхает, добирается до сюда. Да, бегают. Это жестко. Давай, давай. Оп. Хорошо. Самое легкое место, которое вообще здесь проходишь, это вот это, и потом уже в конце. Да. Так что. Опа. Да, в середине. Но сейчас увидите сами. Это будет весело. То, что было сейчас там в начале, мы все вот так место следующее будем проходить. Тупо прыжками и какими-то пролазами, не знаю. Дошли до конца самого легкого пути. Осторожно. Ребятки здесь собираются, прыгают местные, кто прыгают сверху. Ну сколько метров, кстати? Метров 6, да? 4,5, да, где-то? Вот пацаны подсказывают, 4,5 метра где-то. И сейчас наша задача уже идти туда. Это будет сейчас намного веселее. И в самый конец будем доходить. Так что поехали, сейчас будет весело. Кристина, будет весело, да? Ты готова? Самое веселое. Оба. Че, давай. Руку дай. Шагай. Все, найс. Пошли дальше. Идешь? Смотри, арматура торчит. Да, вот здесь вот именно. Нет, ровнее не положили. Давай, давай. Спустись вон там, пройди. Вот так и так вот. Давай, я Боба. Руку. Я затащу сюда. Хорошо. Хорошо. Не кажется, как будто они по-другому стоят? Дико страшно, говорит, было, помню.
еще, по-моему, половины не прошли. Там где-то должно быть место, где просто прыгать надо, по-моему. Напоминаю. Оба. Плита такая, чисто она лежит. Давай. Боба, прыгай. Хорошо. Сиганешь? Сможешь отсюда? Давай. Или вот здесь. Тут легче. Спускайся. Прыгай тогда. Давай. Все, есть. Далее. По-моему, вон там вот так вот можно пройти. Давай посмотрим. Вах, нормальная высота тут. Нормальная высота. Попробуй тогда вот с той стороны. Вот туда. Вон туда. Только не булькни, пожалуйста. В смысле? А далее как? Как? Вот так вот. По кубикам. Ну смотри сама, там просто слазь надо будет. Ну вон там вот, вон где мужик идет, вон там самый, по-моему, это профитно будет. Пошли, короче. Опа. Камни волосатые, скользкие, очень сильно. Вот это место очень скользко. Давай. Так, допустим, вот сюда. Залазь на него. Давай, лезь. Руку. Я тут сам баиваюсь. Да здесь тебе вариант пролазить. Спускайся. Да, единственное, только обратно будет тяжело. Оба. А тут стрёмно. Можно упасть. Тут самый вариант. То есть там ты не залезешь вообще. Тут хотя бы можно. Раз, ногу поставил. Между. Давай, давай. Упрись. Не тороплю ногу. Есть? Хорошо, пошли, легко теперь. Хорошо. Пошли. Давай. Идешь, давай. Оба. Давай, вот так вот, туда. Давай. Хорошо. Есть. Хорошо. Так, это есть. Самые непонятки тут какие-то. Тут самые непонятки у нас. Давай, вот тут. Ставь ногу. Ставь ногу. Ногу ставь и руку дай. Давай. Ну, ногу ставь. Ногу, руку. Все, стоять. Прыгай. Хорошо. Прыгай.
а здесь полегче будет. По кубикам просто тык-тык-тык-тык сейчас. Давай, ногу, ногу, руку или сразу сюда. Как хочешь. О, отлично. Ух, жестко. Я уже прошел там быстро. Она стоит. Давай, 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 не боись. Нога, рука. Оба, хорошо. Сейчас я спущусь там, возьму тебя. Давай здесь, тут легко будет. Давай, давай, давай. Прошли. Давай сюда. Такое, да, но там было хуже. Там было хуже. Иди, иди вдоль так, руками присиди. Можешь куда-нибудь в это упереться, зайти сюда. Давай, оба, есть. Хорошо. Сюда. Все, уже почти дошли. Главное не споткнуться. Да? Ну давай. Главное не споткнуться. Что давать? Ну не на камеру здесь. Об этом. Давай, давай, давай. Руку, если что, дай. Давай. Тихо, куда ты так уперлась? Коленом. Жестко. Самое страшное, да, это идти обратно, на самом деле. Ну есть, все, вот тут уже прямичок. Только не упади. Ну, если я упаду, то смерть. Смерть, все. А, просто и все. Уф. Хорошо, дошли мы. Наверх лезем. И остается нам прямая дорога. Опа. Есть. Давай же. О, фу. Ну дошли мы, наконец-таки. Тошнит? Да. Так, аккуратно, смотри. В общем, друзья, дошли мы. Тяжело, жесть, тяжело. На самом деле 18 минут ушло. Плюс-минус. Но остается самое простенькое. Это, конечно же, дойти до самого конца. Вот туда. И отсюда уже вид, смотрите, какой. Уже Туапсе, порт. А видишь, это же уголек, это специально тушат, типа, чтобы не загорелся, да? Да. Такие вон стоят ветродуйки. Это вода. Они водой, короче, поливают уголь, вот это уголь вон там вот. Это типа прикольно выглядит. Фух, нормально. Че, как у тебя? Нормально все? Не знаю. Такое. Такое? Да. Страшно. Фу, так, ну. Я не знаю, как я на это согласилась, когда это уже было один раз. Я просто, видимо, забыла, потому что прошло 3 года. 3 года прошло. Да, кстати, немного путь поменялся. Я тоже обратил внимание на это. Там в некоторых местах были эти плиты такие, которые металлические, короче, а их уже нету. Их просто поэтому поразъело. Да, еще с детьми вон человек сидел на рыбалке с папой. Как-то вот зашел. С мелким. Ну нормально. Нормально. В общем, доходим до конца и смотрим, что там. Я уже не хочу никуда идти. Зачем он меня сюда потащил? Что, камеру отдал, говорит, на, теперь меня подсними. Что ж, друзья, интрижка, но наступил новый день. Решил немного видосик разбавить, продолжение посмотреть чуть позже. Сейчас, в общем, стартанем в море. Даже поплывем на знаменитое место. А на чем поплывем, посмотрите чуть позже.
Что, друзья, подходим мы уже к точке. Сейчас поплывем. Че, куда идем? Мне страшно. А, ясно. Поплывем. На чем спросите? На вот этом. Че там уже выдают? Выдали уже. День добрый. Добрый. Выдали уже. Что выдали? Гребли. Пока нет. Погребем сейчас. Оставляем вещи, вещи оставляем. И погнали. Короче, мы уже в самой водичке. Ты знаешь, так это? Балансируй. Лево-право, лево-право. В общем, друзья, короче, наша задача вообще очень далеко проплыть. Я не знаю, как мы будем плыть, но... Ну, далековато на самом деле. Представление такое, что очень-очень далеко нам на самом деле плыть, но мы постараемся доплыть. Не знаю, это будет, наверное, очень жестко. Ля, Кристина газует. Я, короче, не могу так быстро. Стремно, на самом деле. На самом деле, стремновато тем, что... Хотя быстро, вот можно быстро плыть. Разгоняешься когда? Давай, газую я за тобой. Что, друзья, плывем. Короче, плыть еще очень далеко, но я думаю, все получится. А ты на самый широкий угол снимаешь? Да, на широкий. На широком прикольно будет. Я быстрее буду. Ну только не будет. Ой. Ой, сейчас будет ДТП. Или как это? Морское, подожди. Дорожно-транспортное, а тут? МТП? Морское. Морское транспортное путешествие, происшествие. Да. Проплыли мы уже достаточное количество уже. Сзади, но уже далековато. Но еще не доплыли до места. Сейчас доплывем до места. Ты устала? Руки офигели немножко. Руки офигели? Давай, газуй, поплыли. Драка! Попей. Фу. Так хорошо. Остановиться и почилить. Сколько? Полпути, наверное, проплыли, да, уже? Да, наверное, полпути проплыли, потому что начали аж оттуда. Ну, вот за скалами. Вон желтое такое здание небольшое. И уже остается нам до той ребристой скалы совсем чуть-чуть. Да? Давай мне воду. Эджи. Тормози, брат, не ловлю. Гуманитарная помощь. Давай, пить надо чуть-чуть. Ой, я потеряла. Понимаешь? Да. Ставь лайк, если тоже так хочешь. Отдыхать езжи. Такой, знаешь, отдых. Ну, скорее кардио, да? Кардио-тренировка хорошая для рук. Да, для рук, для ног и для головы. Че, поехали далее? В общем, друзья, приплыли мы на первую локацию. Это называется мышиные норы. Короче, видите, вон там вот дырка и вон там вот. Короче, кто-то когда-то, видимо, хотел сделать проход, потому что море было вот именно под скалу. Но сейчас уже, конечно, насыпало камней. И, естественно, ничего, наверное, не получилось. Чуть-чуть остается у нас, друзья, да, киселюхи. Чего у нас меня слетает? Потому что ты обом. Тебя снимаю. Смотри. Медузка. Это медузка. Хорошо так подчинить. Ой, что-то меня куда-то несет. Длина скалы, высота, точнее, по-моему, 30 метров. Близ
близко лучше не подплывать. Да, потому что может камни падать. А еще не раз отсюда люди прыгали вообще. В общем, мы выполнили свой челлендж, доплыли. Фагоя, да. Туапсе, можно сказать. Туапсе, вон за вот той вот горой. Как кончается. Ну, там еще прилично идти. Ну да, идти там, прилично, да. Но то, что хотели, мы сегодня выполнили. Показали вам. Это вторая локация, скала Киселева. Так, в принципе, не тяжело доплыли. Я не скажу, что я устал. Ты устала? Сейчас не чувствую усталость. Когда плыла в один момент, вот где мышины норы, перед мышиными норами, ты как вчесал, да, я тебя догнать не могу. Вроде так же грибу, но не могу догнать вообще. Не, нормально, нормально. Ну, стрёмно так, знаешь, ноги сразу начинают дребезжать, когда становишься на нее. Стоишь уже как бог. Ну не видно, значит не видно. Что ты сидишь? Я так чувствую, я пишу влог этот себе, но Кристина тут будет 90% видосов. Все подписчики будут по туалетам бегать. Это, конечно, такое себе. В следующий раз Кристину с собой брать не буду. Буду Солянова вот так вот плавать. Буду снимать виды. Кайфовать. И... не надо меня там поливать. Ну, в общем-то, в целом прикольно так у нас. Чего? Сейчас приплыву. Не надо меня душить. Душить меня не надо. Меня и так раки гангают. Сейчас меня тут, походу, крабы гангать будут. Надо дергать. Че? О, крабсбургер. Гангает Кристина. Так, это у нас закрытая. Ютуб-блог не стащат. За порнографию какую-то. Ты свои ноги сюда клади? Я, мне по кайфу, я в водичку ногу окунул. Ай, глубоко. Что это за было? Я так не люблю холодную воду. В смысле, она очень теплая. Она очень теплая. У меня этот поплавок тут в кармане, кстати. Смотри, сейчас всплывет. А? Сейчас твой поплавок всплывет еще. Не надо мой поплавок трогать. Да, вода, конечно, тут. Кстати, вода тут чище. Чище, чем на берегах. Туапсе, в Агое. В Небуге. По месту тут. Тут вообще по кайфу. Курус. О! Слушай, ты же ловкий. Если я смогла. Просто на две ноги встань и все. Блин, давай, я хочу эпичный кадр. Я не хочу падать. О, кукуруз какой. Воду не потеряй. Чего говоришь? Воду не потеряй, там вода наша. Надеюсь, это будет видно. Чего? Надеюсь, это будет видно. Вода! Помочь тебе! Я переверну. Блин, не потеряй его. Нет. Может, я к тебе подплыву, давай? Ну, мне нужна хопа. Не нужна хелпа. Все, найс. Я перевернул. Спустя 2 секунды мне нужна хелпа. Бах! Нырнул, да? Здесь вот, короче, спуск. Можно вот там наверху стоять. Не знаю, видно сейчас, нет. А можно тут спуститься сюда и... Ну, отдельным днем, наверное, пойдем. Покажем тоже еще. Хотя, может, совместим. Я не знаю пока, как это будет. Но посмотрим. Наверное, прикольно должно быть. Такая атмосфера купания морского. О! Могёт, а я не могу. Тяжело мне. Заканчиваем здесь. Уже будем плыть обратно сейчас уже точно, потому что
Вроде уже много времени тут прошло. Уже отдохнули и наплавались. И, ну, реально прикольный вид. Посмотрите еще по видосам. Так что вот так вышло. Поплыли мы обратно. Ну что, друзья, почти мы уже доплыли. Осталось несколько мгновений до того, как уже доплывем. Это уже родные наши горы. А вон Киселюха там, видать. Далеко-далеко. Вон Кристина. Устал. На самом деле уже тяжеловато немного плыть, потому что море немного взбушевалось. Уже такие волны, как видите, небольшие. Плыть немного потяжелее, но тем не менее осталось чуть-чуть еще. И уже будем на месте. Поможете чуть? Да-да-да, туда цепляй ног. Цепиться надо. Есть. Хватай, девушка. Хватай, хватай. Так, чтобы не унесло тебя, хватай, сказали. Давай. Ногу цепляй. Давай. Есть? Да. Бери шмотки. Держи. Давай, давай. Весло? Весло давай. Держи, держи весло. Оба. Держи, держи. Ух. Успели. Успели. Нет, я уже волны поднимаю. А, да, да. Да, тяжеловато уже под конец было. Да. Волны поднялись прям хорошо. Я не чувствую ног. Чего, говорит? Я не чувствую ног. Ног не чувствуешь? И рук тоже. Нормально. Ух. Да, друзья, вот такое вот у нас получилось плавание. Что ж, будем продолжать сейчас идти в другую тему. Тот видос, который был в начале. Ну а пока вот такой вот у нас вечер получается. Че ты, устала? Да. Вымотались немного. Обратно приятно течение. Усталость. Да, приятно усталость. Течение обратно уносит ту сторону. Туда было легче плыть. Обратно немного я потяжелее. Обратно постоянно правым веслом. Да, постоянно правым веслом. Работаешь, ее постоянно разворачиваешь. Сап. И тяжеловато немного. Ну что ж, поехали тогда уже. Посмотришь, что ж там было, когда мы добирались. Я уже не хочу никуда идти, зачем он меня сюда потащил? Че, камеру отдал, говорит, на, теперь меня подсними. Да чё? Нормально. Ты нормальный? Да. Как так получилось? Чуть-чуть. Ты хоть не ушибся? Не, нормально, нормально. Че, пойдем дальше? Че это такое? Мне так плохо, ты что делаешь? Да я не специально. Нормально, жив цел. Понимаем? Что, друзья, пойдем дальше, несмотря на вот такие все моменты. Продолжаем. Не знаю, как я тут упал, главное еще раз не упасть. Просто улетел. Улетел, да? Блин, ну жестко. Не, на самом деле все нормально, друзья. Жив цел, даже ни царапинки нету. Все по-четкому как подснять. Четкие коленочки. Все хорошо. Продолжаем идти. Залазим сейчас. Правильно идем? Да, мы правильно идем. Просто тут надо будет... А, вон там, вижу, вон, ступеньки. Здесь уже поднимаемся, проходим рядом с вот этой угольной темой. Смотрите, какие большие, большие кучи угля. Их специально поливают, видите, чтобы они немного, ну там как, температура, наверное, большая, чтобы они не загорелись, наверное. Но это круто. Сюда же поездами вроде свозят и, конечно же, грузят вот в такие вот кораблики. Или вот как вон там в конце. Но это уже... Чуть позже подсмотрим. Но пока идем. Надеюсь, дальше будет без происшествий. Колено в норме. Не знаю, как так угораздило. Но я, честно, не это. Че? Че? Просто как бы я иду, и просто ты раз, и исчез. А, да я не это, не думал, что так получится. Ну, нормально все. Все цело. Ты надо мной рофлишь. Я не рофлил, ты что? Не-не-не. Сейчас уже почти дошли до конца. Подснимем там. Нам тоже будет прикольно. Пока идем. Но идти тут надо тоже аккуратно. Как вы можете обратить внимание, тут все разбито так. И нужно идти аккуратно, смотреть под ноги обязательно. Потому что можно споткнуться и упасть. Как кое-кто, да? Что, продолжаем чесать, короче.
наконец-то дошли мы, друзья, до самого конца. Не говори, друзья, да? Почему? Путь был на самом деле... Баран с курорта. Нелегкий, да, нелегкий. Баран с курорта. Находимся мы сейчас в самом конце. Так сказать, начало видео. Мы немного прыгнули в начало. Тут у нас вот такой вот вид открывается. У нас кораблик здоровенский. И вообще вон там вот плавает. И вообще это вот такой вот, можно сказать, центральный вход в порт Туапсинский. Туда к терминалам. Потом сюда. И вот там вот тоже вот стоит. Тут у нас кораблик. Тоже его, наверное, сейчас снаряжают. Что, еще пойдешь на такое мероприятие? Нет. Нет? Нет. Я не знаю. Но на самом деле было так. Ох, нормально. Но здесь можно немножечко почилить, посмотреть на виды, немного отдохнуть и потом отправиться обратно. Ну что, идем обратно? Да. Возвращаемся. Ну что ж, братцы, вот такой у нас получается видос. Надеюсь, он вам понравится. Не знаю, вроде вышло насыщенно, интересно. Вроде что-то, может, новое увидели. Да думаю, по-любому новое, так сказать. Перенестись в Краснодарский край, в Туапсе. Провести прикольное время. Ну что ж, обязательно пишите в комментарии, что вам понравилось больше. Или вот это место, где мы проходили. Или сама скала тоже. Ну, по-моему, что круче? Ну, скала. Сам, скала круче, но здесь именно сам экстрим. Если хотите жестко, так знаете, прогуляться, попробовать себя, так сказать, чисто в паркуре, да, проверить то свои нервы, то да, это, конечно же, самый кайф. Ну и на этом все, будем заканчивать этот видос, друзья. Всем спасибо, кто его посмотрел, обязательно поставьте лайк. Давайте наберем полторашку, на лайф вы изи набираете. На прошлом видосе 1.3 набрали. Полторашку, думаю, за такое качество смело можете набрать. Но это чисто мотивация мне, друзья. В общем, на этом все. С вами был Аркадий и Кристина. Давайте, братцы. Пока. Всем пока. И на чем мы катались? На пи. Чисто вот так, чтобы не палить, на чем мы катались. Царапинка. Царапинка? Да. Ой, это жестко. Еще вот. Еще вот, Кристина уперлась. Не знаю. Не знаю, друзья. Но видосик, надеюсь, в целом получится офигенный. Надеюсь, он вам понравится. Это так чисто между моментов. Ну и что ж, идем дальше.